шпроты в масле, каша пшенная, блинчики вчерашние, салатик овощной с майонезом, ну и чаем бы, чтобы запить все дела. Всем привет, друзья! Приступим. Сегодня, по идее, должен быть разгрузочный день, но так как остались блины со вчера, решил шонка со шпротами просто улет. Обожаю шпроты. Как всегда, ничего вкуснее не ел. Наш блинчик с ветчиной и с томатами. Thank you.
сюда вот. Сегодня будет стрим, трезвый стрим, перед алкостримом. Лучше бы у меня вчера сладкие блины остались. Сладкого так хочется. У нас, по-моему, курица и грибы.
Как бы, если не блины, так. Сегодня бы был разгрузочный день. Ну, а одни блины, это что, просто так съедать тоже как бы. Вот и решил пшенки сварить. Со шпротами. Все, друзья, прием пищи был просто топовый, просто на высоте, просто бомба. В общем, как всегда.